Друзья, всех приветствую на канале. А помните тот выпуск, который я снимал про чердачную лестницу? Так вот, я сказал, если мне она понравится, то точно такую же я маме подарю на день рождения. У мамы день рождения через месяц, но такие вещи делаются заранее. Стандарт термо. Встречаем ту же самую лестницу. Буду монтировать. Что мне понравилось? Утепленная, отличная, эстетичная, красивая, крепкая. И как стало пахнуть деревом? И как это нравится теперь детям, потому что ту лестницу, которую, вы помните, у меня стояла до этого, мы ходили, опасались, что может где-нибудь замок щелкнуть, и она кого-нибудь, в общем, задавит. Вот, здесь совершенно проблем нет. Она подпружиненная, и когда открываешь, она сразу же не падает вниз. В общем, все здорово. Так, куда будем монтировать, сейчас покажу. Вот такой вот проем, сейчас здесь произведем монтаж, но вначале я должен оформить его. Оформлять буду на 3 сантиметра выше ватерлинии. То есть линия натяжных потолков будет вот по USB-шке, по ней же будет опускаться сам короб, а каркас чуть выше. Вот такая вот история. Ну и все это, конечно, будем утеплять. В общем, приступаем к работе. В общем, что хочу сказать, получилась работа, все здорово, ровненько главное, потому что мало того, что я проверил угольником, в прошлый раз тоже проверял, мне не понравился какой угольник, вот этот, не помню как фирма, короче какой-то он кривой по-моему, поэтому я еще взял на верочку лист мебельного ДСП такого, и им еще проверил, углы идеально ровные, горизонт идеально ровный, поэтому сейчас подсохнет, еще саморезами протянусь и буду устанавливать фасад.
очень удобно собирается. Вот эта штука мне просто понравилась. Не надо ничего запиливать. Сразу одеваешь наконечник и все. На сантиметр, правда, надо было покороче сделать. Но я сделал. Ну, это уже по опыту, потому что это вторые ворота. Или как они называются. Так, хоп. И все. И готово. Ну, я думаю, что... Да что думаю, мне нравится. По-моему, круто. Смотри. Так, хоп, надо открыть. Открыл немножко вниз. Рукой потянул. Тыкс. Все. И на себя. Хоп. Здесь. Раскрыли, опустили. Все. Можно подниматься. Ну, ключик где-нибудь хранить в удобном месте. Друзья, в общем, дёки мне понравились. Как они покажут себя зимой, я вам расскажу, потому что в нареканиях, в комментариях была такая тема, что якобы могут протекать, но мне кажется, такое происходит у людей, которые поставили по плоскости неровно. Вот. Ну, не знаю, опять же, не буду сейчас загадывать, скорее всего, мы с вами узнаем об этом зимой, и я обязательно об этом сообщу. Ну, потому что я вам все проблемы и все радости всегда рассказываю. Класс. Безопасность и комфорт. Чикс. Все. Сейчас натяжные потолки ровненько встанут, и будет очень красивый такой лаз. Ну, не то, что здесь было когда-то. Ну и конечный результат мы приехали через несколько дней показать уже с натяжными потолками. Смотрите, как это все красиво обрамлено и легко сделано. Интересно. Ну и вот так, друзья, это выглядит в закрытом виде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока.